Российский нефтегазохимический форум в Уфе открылся запуском водородной установки. Инвестиции в проект более 8 миллиардов рублей. В рамках масштабного межрегионального слета представителей отрасли проходит и 28-я выставка «Газ-нефть-технологии». На месте событий сейчас работает наш корреспондент Нормунд Скалькис. Нормунд, добрый день. Тебе слово. Приветствую, коллеги. Уже традиционно важная для республики выставка открывается с удаленного запуска значимого инвестиционного объекта. На этот раз Ради Хабиров дал старт работе нового комплекса на производстве «Газпром Нефтехим Салават». По словам главы региона, это позволит башкирскому бензину по качеству выйти на первое место в стране. Также на установке будет вырабатываться перегретый водяной пар, часть которого направит на внутренние нужды, а часть на потребности потребителей других регионов. Пуск разрешаю. Начать пусковую операцию. Установка в работе. Пущена. Я могу официально заявить, после этого наш бензин станет самым лучшим в стране. Он будет самым экологическим. И, соответственно, это, опять же, плюс нашей окружающей среде. В экспозиции участвуют ведущие компании отрасли. Транснефть Урал, Газпром, Трансгаз, Роснефть, Башнефть. Последняя презентовала концепцию проекта «Цифровое месторождение». В ходе осмотра выставки Ради Хабиров осмотрел и стенд башкирской содовой компании. Он пообщался с членами правления и выразил готовность к совместной работе. Мы готовы во всем плечо подставить, давайте вместе будем дальше двигаться. Спасибо. Успехов. Уже на стратегической сессии ведущие специалисты отрасли и эксперты обсудили развитие газохимического комплекса. Согласно региональной стратегии, к 2024 году уровень газификации Башкортостана должен достичь 90%. На данный момент он равен 82%. Участники обсудили возможность использования для этой цели сжиженного природного газа. В перспективе переход на СПГ должен снизить расходы на энергию для ряда крупных предприятий региона. Перспектива вообще есть везде. То, что касается сжиженного природного газа, это же, по большому счету, природный газ, который мы очистили, осушили и там метан, соответственно, перевели в жидкое состояние, который можем транспортировать в любую точку. То есть, согласно тех или иных задач в тот или иной момент времени, абсолютно четко, быстро и мобильно мы можем доставить туда энергию. Всего в деловой программе форума запланировано 20 отраслевых мероприятий с участием более 200 спикеров из 14 городов страны. За 4 дня эксперты еще обсудят вопросы модернизации газо-нефтехимического комплекса, вопросы малотоннажного производства, ну и меры поддержки по строительству газовых автозаправочных станций. Коллеги, вам слово. Спасибо, Нормунд. Ну и напомню, российский нефтегазохимический форум в Уфе будет идти до 18 сентября включительно. Участвует в нем 180 компаний из 31 региона России.